Таймс-сквер – это центральная площадь Нью-Йорка, находится в Мидтауне на острове Манхэттен. Это перекресток 7-й авеню и Бродвея. Вокруг, на расстоянии 50 метров, находятся 40 театров. Все эти театры – это бродвейские шоу прославленные. И поэтому район этот называется театральный дистрикт, театральный район. Самые популярные бродвейские шоу – это «Призрак оперы», «Мама Мия», «Король Лев». Остальные их догоняют стремительно. Если не догоняют, то заменяются другими. Ну, этот ресторан креветочный «Бубба Гамп» – это по фильму «Форест Гамп». У него был приятель Буба, который погиб во Вьетнаме. И сегодня таких ресторанов 30 штук по миру. 20 в Америке, 10 за рубежом. Ну вот это здание называется Таймс-сквер номер 1. И на нем наверху новогодний шар находится. Перед новогодней ночью его поднимают наверх по штоку, и потом он опускается сюда. Загорится цифра следующего года, начнется фейерверк. Сверху посыпятся конфетти всякие, мишура, фольга. Это детский магазин, один из крупнейших. Там внутри колесо обозрения на несколько этажей. А вот и «Король Лев». Минсков театр. Так вот, после новогодней ночи до 8 утра проводят уборку, вывозят до 50 тонн мусора. Ну, вот все, что насыпано, конфетти, плюс люди что-то набросают. Хотя, когда туда заходишь, новогоднюю ночь идет досмотр, спиртные напитки запрещены. Ну и всякие другие вещи, которые могут представлять какую-то угрозу, опасность. После 11 сентября очень длительно за безопасностью следят. А так, это место всегда шумное. Хотя как-то я проезжал, вот это педикабы с педалями велосипеда, велорикша, но их называют педикабы. Нет никакой эксплуатации человека человеком, потому что у него $4 за минуту, ну 3 или 4 доллара некоторые скидку делают, поэтому это они эксплуатируют своих пассажиров. $4 в минуту — это серьезные деньги. Так, вот это вот трибунка, на которой можно посидеть, отдохнуть, пофотографироваться. Перед ней памятник отцу Даффи, священнику. Ну и напротив Таймс-сквер номер 1, в другом конце площади Таймс-сквер, стоит вот это высотное здание, тоже полностью все из рекламы. Сосредоточие рекламы здесь, наверное, в мире самое большое. И вот эта вот рекламная площадь на целый городской квартал, она тоже самая большая в мире. Ну, как всегда, идут реконструкции, ремонты. Как положено в крупных городах, всегда чего-то ремонтируют. Встретить тут можно людей со всего мира. Есть свои достопримечательности. Ну вот, фантом опера. Призрак оперы фантом. Это какие-то спектакли идут со скидками билета, потому что под этой трибуной там театральная касса, и очередь днем стоит, чтобы купить билеты со скидками. Макдональдс, как положено, по центру. Еще есть призывной пункт в американскую армию, полицейский участок. Ну и еще один памятник Джорджу Кохану, родоначальнику бродвейских шоу. Ну и самое главное мероприятие здесь в новогоднюю ночь, когда опускается этот шар. Зрители от миллиона до полутора собираются, и потом до утра еще расходятся. Всем спасибо за внимание. До свидания.